Приветствую любителей бильярда! Мы продолжаем серию уроков, сделанных на коленке. Полный урок смотрите в нашей онлайн-школе в приложении Chatium. Я Владимиру предлагаю не длинный удар. Я предлагаю удар прокол, который будет точно без замедления прокалывать шар и заканчиваться где-то за шаром. Это не длинный удар. Большинство игроков бьют вот так вот. Они бьют и потом замедляют сильно. Он должен плавно закончиться вот где-то за шаром, вот где-то здесь, еще полтора шара провести. Первый раз смазали. Хочется правильно ударить? Правильно, да. Когда я изучаю шахматы, мне говорят, Немцов, еще почитаешь, будешь играть хуже. Почему? Потому что ты играл неправильно и лучше, а когда будешь играть правильно по теории, то переломка будет такая. Вот и ломка тоже происходит. Это что же очень сложно делать? Ну, качественнее, все равно качественнее удары. А теперь подсказка номер 3, это фишка, секрет такой. Владимир, смотрите, надо зарядить сзади, такую микропаузу сделать, которая будет как будто бы заряжать вам удар, заряжать, и отдаете потом. Только не дергаться, только одно движение. Да, надо ускорение дать еще в шар. Значит, есть такое понятие, я внедрил, управляемость кия. Когда вы стоите в стойке, и у вас есть управление. И вы берете и оперируете им так, как нужно. Попробуйте не на оттяжке, а на остановке клапшто сделать. Ага. Вот, хороший сейчас удар. Понимаете, оттяжка сама по себе, она трудная для исполнения. И клапштос тоже непростой. Накат из них самый такой проще, но оттяжка, если она отработана, да, на ней тогда проще забить. Но если она не отработана, оттяжка считается труднее элементом. Вот со свояками такая же история. Давайте парочку свояков сделайте. Смотрите полную версию урока в приложении Chatium нашей онлайн-школы.